25 июня в спортивном зале имени Курамагомеда Курамагомедова состоялся первый в Дагестане чемпионат по рестболу города Каспийска. Это первый отборочный этап на чемпионат Дагестана по данному виду спорта. Участие в этот день принимали более 8 команд, состоящих из спортивных клубов, спортшкол, представителей молодежного парламента, духовенства города Каспийска и многих других. Формат турнира составил по 7 минут 3 тайма. По итогам соревнований третье место досталось сразу двум командам – Даркхаус и Каспий. Второе место заняла команда «Аркада», в составе которой были чемпион России по вольной борьбе Ибрагим Ибрагимов, чемпион «Fight Night» Шамиль Амиров и другие титулованные спортсмены. Первое почетное место завоевала команда «URF» школа имени Курамагомедова. Учащиеся и тренера данной спортшколы являются многократными чемпионами Дагестана, а также два раза выигрывали гран-при в Москве. Организаторы чемпионата выражают особую благодарность директору предоставленной площадки, заслуженному мастеру спорта, семикратному чемпиону России, пятикратному чемпиону Европы Курамагомеду Курамагомедову. Отметим, что все победители получили кубок, медали и денежный приз. А участников команд, занявших второе и третье места, поощрили грамотами и денежным вознаграждением.